Елабужском институте Казанского федерального университета прошла лекция, посвященная IT-технологиям. На протяжении двух академических занятий ученики знакомились со структурными особенностями профессии программиста. Как оказалось, горизонты знаний одной из самых популярных на сегодняшний день специальностей достаточно обширны, а в некоторых областях деятельности существует дефицит кадров. Несмотря на то, что чуть ли не с рождения многие знакомы с такими словами, как Python, Java, существует проблема недостаточной экспертности и отсутствия фундаментальных знаний. Выйти в школы и лицей КФУ, чтобы создать благородную почву, это одна из целей лекции. Как раз иметь свое видение на рынке труда. Вот мы ориентируемся на выпуск в рамках магистратуры. С ответами на вопросы, посвященными IT-технологиям, перед учащимися университетской школы также выступил заместитель директора Центра цифровых трансформаций КФУ Петр Какунин. Я представил несколько проектов, и эти проекты как раз показывают действительно взаимосвязь наук, то есть когда решается какая-то задача или выполняется какой-то проект, то здесь недостаточно, например, быть только программистом или только радиоэлектроником. По окончании занятия учащиеся университетской школы проявили интерес к полученным знаниям, задавая вопросы по темам, касающихся редкой области программирования, а именно программированию логических интегральных схем. Амир Ахтямов, Универньюз.